Обзор по паре фунт-доллар, часовой график. Вчерашняя торговая сессия отличилась восходящим движением, при всем при этом в предыдущих сессиях можно было наблюдать в целом боковое движение на данном рынке. Росту на данном рынке больше всего способствует в первую очередь продолжающий ослабление американский доллар, и по итогам вчерашних торгов это привело к достижению локального максимума в районе ценовой отметки 1.2612. А при всем при том, что сегодня не ожидается статистики, которая способна в дальнейшем поддерживать фунт стерлинга, а также при общей перепроданности американского доллара на данном рынке, следует сегодня ожидать коррекционное движение от текущего уровня цен как минимум до линии поддержки восходящего движения на часовом графике. Поддержать американский доллар сегодня также может статистика в 17 часов доверия потребителей, которая ожидается на значение 114 процентных пунктов, что больше нейтрального значения в 100 и, соответственно, позитивно влияет на американский доллар. При всем при этом считаю, что данная статистика будет иметь ограниченные воздействия, но все-таки способна скорее поддержать, чем ослабить американский доллар на данном, ну и на всех остальных рынках. Соответственно, лишь трейдерам, использующим контртрендовые стратегии, сегодня следует рассматривать сделки на продажу. Другим же трейдерам стоит дождаться коррекции, как минимум до линии поддержки тренда, восходящего на часовом графике, и в дальнейшем рассматривать сделки на покупку, если же не появится другой фундаментальной информации, способной изменить баланс сил покупателей и продавцов.